Я с радостью принимаю участие и предлагаю вам принять участие в очень хорошем деле. В издании вот целой серии книг большой русской классики, которая входит в школьную программу, и школьная программа отпугивает наших детей от желания прочесть эти книги самостоятельно и открыть, что это доставляет удовольствие, что просто это читать интересно. Вот первая вышла в этой серии книга «Горе от ума». Это очень правильно, что это «Горе от ума». А следующая книга выйдет «Капитанская дочка» Пушкина. Этой книге точно нужно помочь, потому что для меня это была первая книга в школьной программе, которую мне было интересно читать. Я был так удивлен, и несмотря на то, что страшная тяжесть пушкинского образа просто не давала возможности и желания открыть любой томик Пушкина, «Капитанская дочка» была той самой книгой, которую просто было увлекательно читать. Это и любовные приключения, и удивительная историческая повесть, и детектив. И вообще история просто очень приятного, симпатичного молодого человека, хорошего. Хорошего парня, с которым приключились разные неприятности и счастье. А в итоге еще хэппи-энд, ну просто чудесная книга, которую вот в таком вот виде приятно взять в руки, прочесть ее, да еще и поинтересоваться каким-то историческим фоном, какими-то научными исследованиями по поводу этого замечательного текста. Я участвую с удовольствием.